микрофон Кирам Салам. Если ты зашел на это видео, то это значит, что ты хочешь удивить свою подругу Мирную из 8 Б. Какая же я пиздатая. Сегодня я вам расскажу и покажу, и даже не пищу. Как же все таки делать лютый фонг в машину за пару кликов и 5 бутылок Жигулевского. Пиздец, что с голосом, блять. Окей, открываем нашу программу для создания хитов FL Studio. Темп от 150 до 180, а главное не переусердствуй, а то тот, кто будет слушать твой хит, может потерять контроль и въебаться на своей четырке в ТЦ магазин Лента. А нам это не надо. А вот это нам надо. Моя подруга пистата. Сносим нахуй эту бесполезную лестницу. Кидаем самый главный звук фонка, это ковбелсы. Создатель Fruity Loops пожалел нас и подарил нам их в стандартной папке Specs Percussions. Вот оно. Кидаем эту зигу в это окно. Только не прыгайте в окно. Сам по себе фонг должен быть очень мрачный, как сельский толчок ночью, но я не люблю все это дело и мрачный фонг тоже. Поэтому мелодия будет заводная. Самое главное — попадать по белым нотам. Кто не попадает по белым нотам, тот в своей жизни никуда не попадет. А ведь я хотела быть сварщиком. Вот что у нас получилось. Копируем эту бумагу 3 раза, немного добавив других нот. Ебучий енот. И самое главное — проверить тональность нашего ковбелса, а то будет жопа. Дальше добавляем жирный бас, хай-хеты, снейр. Проворачиваем такую интригу с нашими хай-хетами и снейром. Чтобы не было вот этой симфонии сверчков, нам нужно нажать на эту кнопку. Не забудь проверить тональность баса, ведь конфликтов нам не надо с Донбасса. Расставляем кик. Ставим почаще, ибо наша крашиха Настя и всякие позеры с ТикТока любят, когда долбит, или любят, когда долбятся. Не буду углубляться в эту тему, я всего лишь девочка. Бас расставляем по прямой, как и кик. Уже получается нехуевый кач, но наш бас надо прокачать. Отправляем бас и кик на канал микшера и делаем сайдчейн такими движениями. Чтобы бас звучал жирный, я добавила фрутинути, ну похуй по сути, вот эту штуку и выкрутила вот этот ползунок. Ха-ха, ползунок звучит как крипвоук. Все готово, остается дело за оранжировкой. Тут уже вы сами выбираете, как будет звучать ваш бит. Но я обычно сначала ставлю мелодию и только потом добавляю к нему элементы. Папа, где наши алименты? И еще одна немаловажная вещь в фонке — это голос какого-то мужика на фоне, который на протяжении всего трека что-то там пиздит непонятное. Дайте ему уже зарплату. Эту самую акапеллу можно найти в интернете, просто скачайте фонг-пак, либо сидеть и вырезать из старых Мемфис треков 90-х, да нахуй оно нам надо. Кидаем сюда и слышим, что не попадает в бит этот старик. Нажимаем на эту пупырку, и, о боже, попадает. Если честно, я сама хуй знает, как это работает, но это работает. Иногда не работает, мой папа не работает. Немного обработаем нашего мужчину, срезав низа и срезав верха, и добавим немного эхо. Также можно добавить много чего в ваш бит, к примеру, звуки выстрелов, крики с рынка, и для разнообразия я обычно добавляю всякие синтезаторы на фоне, чтобы качало больше. На этом, пожалуй, ролик можно закончить, ведь дальше уже дело за вами. Надеюсь, что я хоть немного помогла тебе в этом деле, и если это так, то ставь лосося и подписывайся, дальше будет разёб, я тебе обещаю. И надеюсь, что в твоей жизни будет разёб, но только в хорошем смысле, а не возле ТЦ Лента на четырке. Всех целую в пупок, пока. Just a topic, I guess, because that's just about to hit the beat. Just a topic.